Привет, друзья! Сегодня расскажу, как приготовить салат с печенью трески, чтобы он был и сытный, и при этом не излишне тяжелый. Итак, пекинскую капусту нарезаю тонкой соломкой, измельчаю зелень, у меня здесь петрушка, укроп и зеленый лук. Смешиваю зелень с капустой. На крупной терке натираю картофель и яйца. Кубиками нарезаю свежий огурец и помидор. И когда все подготовлено, собираю салат. На дно выкладываю немного зелени с капустой. Каждый слой я солю, перчу и делаю сеточку из майонеза. Затем выкладываю слой картофеля, снова немного зелени, яйца, зелень и зеленый горошек, огурцы и помидоры, печень трески и верхний слой остатки зелени. Даю пропитаться несколько часов и подаю. Надеюсь, салат этот понравится и вам. Всех благодарю за лайк и подписку. До скорых встреч!